Nissan Almera Classic в черном цвете, и передняя еще оптика у него затонирована. Стоимость 2 миллиона 260 тысяч, 1.6 на автомате 2007 года. Состояние такое средненькое, по кузову множество мелких сколов, царапин, ну и также хозяина нет, машина на автомате. Машинка вроде такая неплохая, очень большое количество ее в городе, и очень много их используют именно в режиме такси. Хозяина также нет. Здесь небольшие сколы на фарах. Также сзади. Ну, в принципе, бюджетный автомобиль Nissan Almera Classic на лихосплавных дисках в зимней резине. У нас всегда большой выбор новых автомобилей. Цена 2 миллиона 260. И плюс наверняка будет торг, потому что мелких дефектов очень много. Ну и даже вот решетка немножко отходит. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, какие машины вас интересуют, еще поснимаю. И этот диктор, блин, сегодня очень громко вещает.